Изучить опыт работы местных органов власти, депутатов. Такую цель преследовали депутаты Уздинского районного совета депутатов, посещая предприятия и организации Солигорского района. Возглавлял выездной семинар и являлся организатором встречи депутатов различных районов области Владислав Цидик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя комиссии по аграрной политике. Я не случайно выбрал Солигорск. Это Солигорск, который внедряется на территории, который внедряется, в частности, самые передовые методы работы с населением. Вот. Внимание огромное уделяется для жителей этого региона, что Солигорск гармонично развивается. Это красивейший город, красивейший район с индустриальными технологиями, инновационными технологиями. Здесь, в общем-то, есть чему поучиться, перенять опыт. Ну и чтобы, кажется, действительно все общество в гармонии с одним и с другим районом развивалось прекрасно. Депутаты Узинского районного совета депутатов 27-го созыва познакомились с работой подземного отделения Республиканской больницы спелеолечения. Посетили закрытое акционерное общество «Калинка», чтобы узнать о работе трудового коллектива по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории предприятия. Вы знаете, это самое главное, когда человек знает, понимает теоретически, это один вопрос. А когда человек увидел, он, поглощая, умный человек, он тут же, кажется, передает хорошие направления и внедряется в своем где-то округе, там, где избирался и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что это действительно важный момент взаимодействия одних, значит, одного уровня депутатов, но в то же время в разных регионах, дает пользу на общую и как для решения общегосударственных задач, так же и индивидуально для каждого жителя конкретного региона. Такие взаимодействия просто чудо для нашей работы. В Центре творчества детей и молодежи Солигорского района депутатов Узинского районного совета заинтересовал Народный музей пионерской организации и современного детского движения. Ностальгия по времени социализма чувствовалась даже в таком барабанном порыве воспоминаний из детства. Выставка декоративно-прикладного творчества воспитанников центра восхитила. Свидетельство тому запись в книге почетных гостей. Не оставила равнодушным депутатов и визит в творческие мастерские центра, посещение музея матери, единственного в Республике Беларусь. Депутатам Узинского районного совета депутатов пришлась по нраву такая форма работы выездного семинара. Она действенна и интересна. Во-первых, обмен опытом, то есть хотим что-то услышать, то, что в Солигорском районе наработано. И вопросы, социальные вопросы, то есть это жизнеобеспечение населения и вопросы благоустройства и наведения порядка. Беседа за круглым столом депутатов местных советов двух районов Минской области, обсуждение тем развития и благоустройства районов и участие депутатов продолжило встречу. В дар Солигорскому депутатскому корпусу узинские коллеги по общественной деятельности по улучшению благосостояния жизни людей преподнесли картину «Олицетворение красоты земли белорусской».